Пагранічнікі затрымалі злодзея, які меў намер схавацца ў Польшчы. Усё адбылося каля вёскі бакуны гродзенскага раёна. Пагранічны нарад спыніў маладога чалавека для праверкі. Хлопец спакойны і без ваганняў пра'явіў пашпарт, Але, як аказалася, дакумент належаў зусім іншаму чалавеку. Высветилось, что 20-й Жихар Беларуси плановал незаконно пересекчий белорусско-польскую мяжу. А продъявленный пограничником пашпорт – это сдобыча молодого человека. Документ он забрал с барсетки, покинутой кимсти у продорожном кафе. У относенных до затриманного распачаты администрационный процесс за порушение пограничного режима. А кроме того, за крадеж ему погрожает и криминальная отказность. Громадянин передаден супрацовникам органов внутренних справ.